Возрастной разбег был настолько широк, что участников заезда разделили на две группы – молодежь и ветераны спорта, и дали на подгруппы по объему двигателей мотоциклов. Старт дали организаторы соревнований. Мне очень приятно сегодня приветствовать столько спортсменов, которые прибыли из разных регионов нашей страны в наш город, город-курорт, город воинской славы и настоящий город спорта и здоровья. Отец Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, благословил юных патриотов и ветеранов спорта на благое дело. На старт вышли не только мальчишки. В заезде наравне с сильной половиной участие приняли три девочки. Одна из них – анапчанка Камила Ескина. Я просто верю в себя и так делаю. Вот мне хочется занять первое место. Занятие, казалось бы, не девичьим видом спорта, родители одобрили. Ну, я не против, конечно, с одной стороны, страшно, но любой спорт по-любому где-то опасен. И бокс, там, и плавание. Камила получила поощрительный приз и подарки за проявленное на трассе мужество. Наравне с парнями откатала 10 минут положенного времени и 3 дополнительных круга. По итогам первого дня соревнований в классе объема двигателя 50 кубических сантиметров золотую медаль увезет в Ставропольский край Александр Федорцев. В классе 125 кубических сантиметров первое место занял Роман Золотцев из Батайска, а в классе ветеранов победа у Эдуарда Елканова из Северной Осетии. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.